Уважаемые друзья, это рекламное видео, и хочу рассказать о шоколаде, новом нашем шоколаде. Это 100-граммовые плитки, таких шоколадов, как, например, ну, апельсиновый, да, такой ярко-желтый, о нем уже, по-моему, я говорил и снимал. Это клубничный, вот я его сейчас специально вам покажу, вот я тут открыл пачку специально, чтобы показать. Посмотрите, пожалуйста, какая это красота. Во-первых, это безумно вкусно, там вкрапление молекулярной сушки вакуумной, дегидрированной, да, вот этих крупинок клубники. Это вкуснотища необычайная. Значит, я вот скажу так, что мне лично он больше даже нашего так называемого молочного шоколада нравится. То есть это номер один, я считаю, вообще шоколад наш. Вот попробуйте и скажите, так ли это, как вам понравилось. Очень буду ждать ваши отзывы. Обязательно пробуйте. Можно на наших ярмарках, которые раз в месяц, в конце каждой недели, каждого месяца проводим, участвуем. Ну и в любой город России, мира отправляем через наш сайт nadgar.ru. Смотрите, пожалуйста, на нем в каталоге, ищите товары и приобретайте. Еще хочу сказать про шоколад с проростками гречки. Ну, это тоже вакуумируется в дегидраторах. Вакуумная идет молекулярная сушка, и они тоже как хрустят интересно, так сказать, как вот чипсы. Только это живой продукт, сыроедный, разумеется, как и все остальное наше, тем более весь наш шоколад. И есть еще изумительный, такого, знаете, желто-зеленого цвета, это лимон-базилик. Тоже 100-граммовый такой шоколад. Это новинки. Ну и, наверное, что еще можно сказать? Про апельсиновый говорил. У нас 10 видов, даже 11 по 100 грамм шоколада. Всего у нас около 40. Также не забывайте посмотреть. И я советую вам очень попробовать наш так кофе, так называемый. Это травы, это не кофе, это обманка. То есть вкус абсолютный кофе, можно даже кого-то так обмануть, то есть, сказать, а вот ты пил не вредное кофе, а вот полезный напиток, сыроедный, живой тоже. И горячий шоколад. Это наслаждение. Это вот как, знаете, молочный шоколад, как вот этот, вот по уровню, и какао наш. Ну, он называется не какао, потому что какао надо добавлять, что это уже готовый напиток, горячий шоколад. 4 ложечки на стакан воды, размешались, ну, теплой водички, и наслаждайтесь. Покупайте нашу продукцию, поддержите отечественного производителя. Дорогие друзья, я все время забываю свои ролики, вот последний, который я сейчас решил записать, вставить вот этот, ну, скажем так, показать продукцию, каталог, но на самом деле посмотрите видео, я вам очень рекомендую. Это уникальные эфиры. Недавно ко мне приехал человек, который представляет эту компанию. Я не думал, конечно, что настолько это все интересно и серьезно. Я не представлял, но там есть нюансы, которые, конечно, по которым я сразу вам скажу, это серьезно. Я не знаю еще добавок, БАДов, но я вам скажу, что вот лично я для себя выбрал 8 товаров, которые я сейчас проверяю, я считаю, что они уникальны. По крайней мере, вот мяту перечную, эфир, одну каплю мне, я на виски потер сначала, это вот ощущение, вот не то что свежести, знаете, такое улучшение работы головного мозга сразу, ясности ума, что ли. Я скажу, там уникальные дезинфицирующие свойства для автомобилей, домов, для растираний, для... То есть тысячи применений. В общем, я вам советую посмотреть, будет интересно, то приобретайте продукцию, заходите по ссылке, регистрируйтесь под видео тем про эту продукцию, там есть ссылочка для регистрации, и у вас будет, ну скажем, как в коралловом клубе, клубная цена, а не розничная. И, кстати, сразу скажу, что эти средства все от, например, моих доходов по данным компании, данные, а мы с ними начинаем сотрудничать, я буду направлять также на мой проект по заповеднику, созданию лесного заповедника. Я надеюсь, вы видели, а если нет, посмотрите это видео обязательно. Вот на этот проект. Ну что ж, всего хорошего. До новых встреч.